Как бы так поставить, чтобы елочку было видно нам всем. Меня слышно? Давайте еще проверим раз связь нашу. Если все хорошо, если вы мне все поставите плюсики, значит мы начинаем. Так, вижу пока плюсики. То есть это прям вот по-настоящему меня хорошо видно, слышно. Отлично. Хорошо. Отлично. Ну что, мои дорогие, вот, собственно говоря, и очередная наша встреча, очередной наш вебинар, и как вы видите, и как вы хорошо понимаете, что у нас уже 17-й каталог, а это говорит о том, что все, уже это совсем не 16-й, это уже совсем пора окунуться в суету прекрасную. Это говорит о том, что пора подарков, это говорит о том, что уже пора подумать, как мы будем встречать Новый год, где мы будем встречать Новый год, с кем, как мы будем украшать, как мы будем ставить елку. Вот я сегодня, например, минуточки две, но уделила тому, чтобы, ну как же так, предновогодний, уж прям совсем предновогодний вебинар, и я не поставлю атрибутику нашего самого любимого праздника. Кстати, дорогие мои, по статистике, это уже факт, знаете, такой доказанный, что самый любимый праздник взрослого человека – как это не банально, но это Новый год. Поэтому я нас всех с этим праздником замечательным поздравляю. И мы с вами сейчас окунемся в мир подарков нашего любимого, наконец-таки, праздника. Итак, что же мы... Конечно, вы же все полистали каталог номер 17. Сделали это уже давным-давно. Наверное, сказать больше, что вы уже и выбрали много подарков. Вы уже сделали выбор такой серьезный, четкий и со всех сторон, может быть, даже завершающий. Почему? Потому что... Ну, 17-й каталог, в конце концов, да, то есть это конец года, это уже мы понимаем, какое начало будет уже, да, кто-то для себя уже много, наверное, кучу грандиозных планов составил на будущее, да, и с пониманием отнесся, как мы будем завершать наш Новый год, чтобы это было достойно, конечно же, со всех наших сторон. Итак, мы окунемся с вами в мир нашей дорогой продукции, самой любимой, самой драгоценной, почему дорогой, потому что она нам... А дорога настолько, насколько мы ее любим и принимаем для себя. А те люди, которые с нами долгие годы, долгие лета, и я вам этого и желаю, оставайтесь, любите, верьте в наш продукт, верьте в наш продукт такой, как в целом компания «Рефлим Мир», да, вот эта глыба. А, конечно же, если мы с доверием относимся к этому всему, то у нас с вами в жизни будет все замечательно, потому что легче идти. С пониманием дела и с пониманием многих вещей нам очень легко, да, если мы принимаем эту ситуацию, если мы принимаем то, что мы, ну, по-другому жить просто нельзя, да, мы приняли, мы поняли, нам легко. Ну и ладно, от лирики отступаем, в мир теперь нашего продукта, и наш продукт – это замечательный аромат. А знаете, вот обычно мы говорим вопросом, ну вот как ты собираешься, вот какой его образ, наверное, ты уже продумал, как это все будет. А мы с точки зрения красоты и, может быть, какого-то, знаете, такого волшебства, мы говорим, что, а вы вот могли бы себе представить, вот тот аромат, который мы сейчас вам представим, что он, собственно говоря, и станет тем завершающим штрихом в вашем образе для новогодней вечеринки. Почему? Да потому что сейчас я тебе говорю о том, что он из себя представляет. Да? И мы открываем нашу замечательную страницу каталога, где мы предлагаем этот замечательный аромат и начинаем вот это вот сказочное движение по новинке, по тому, что у нас есть. Во-первых, мы сразу видим супер скидку, 45% на нашу замечательную новинку, на наш замечательный аромат. И чтобы нам хотелось быть, конечно же, нам хотелось быть звездой той вечеринки, на которой мы с вами окажемся. Причем, что хочу заметить и подчеркнуть, вечеринка это может быть не обязательно какой-то супер-тусовкой, да? Да, хотя мы говорим, что дверь с ноги ты будешь открывать в самый крутой, я не знаю, там, клуб, например, да, твоего города, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, а если я встречаю Новый год одна? Ну, это так, конечно, в семье, да, как мы говорим. А вот немножечко, если встретить наш Новый год и понять, хозяйка года, это у нас обезьяна, да, она еще и огненная, вот сделайте так, как вот только что я сказала, да, если я встречаю Новый год одна. Ну, во-первых, такого не должно быть, сделайте так, чтобы вокруг вас хотя бы еще был рядом человек, и отдыхайте так, встретьте этот год настолько достойно, что вас
не 2, а 22, да? Шумите, шарады, подарки, загадки, танцы, шутки, смех. Это вот именно это любит наша обезьяна. Тем более она так хорошо заявлена стимулом года, очень громко, очень со всех средств массовой информации, да, и мы как любители с вами интернета, кому как не нам понимать, как смело нужно встретить наш год новый, 2016 наступающий, да. Опять же таки мы очень здорово демонстрируем ноты нашего аромата и предлагаем окунуться в мир этого завораживающего аромата. Потом мы предлагаем, опять же таки, ароматическую страничку. Потрите лак, и вы действительно поймете, что это то, что вам необходимо. И, конечно же, я для вас приготовила слайд направления аромата, что он из себя представляет, с чем он сочетается. Мы его сейчас разложим по всем параметрам, так сказать, по всем статьям. И вы поймете, что это очень универсальный аромат, он очень хорошо подходит именно к этому времени года. А если вы не забываете, сегодня в конце-то концов 2 декабря, это значит, что 2 уже по всем законам и канонам, да, день зимний, 2 день зимы. И я, собственно говоря, вас с этим поздравляю. Итак, основа основного, скажем, нашего замечательного аромата, давайте сначала я начну банально с простого. Вот он в моих руках. Да, вот как я его чувствую, как я хочу его предложить для себя, как я хочу предложить это для вас. Это черное, необыкновенно пятнистое, обратите внимание, с игрой бумажного такого варианта глянцевых пятен, то есть сам по себе матовый черный, черная коробка с глянцевыми пятнами. Вот я сейчас попробую вам передать, вот вы его хорошо сейчас видите, может быть кто-то прямо сейчас воочию крутит его так же, как я в своих руках. Да, вот так интересно переливается коробка, дорого-богато создается дополнительный какой-то зачарованный такой вот объем. Дальше я извлекаю, посмотрите, я аккуратно извлекаю, и что я вижу там? Очень красивый, явный, такой фруктово-леденцовый розовый цвет. Ну и, естественно, если я говорю про ноты аромата, ваниль выходит в первой ноте, фруктами восточного сочетания, посмотрите, как красиво сочетается с первой нотой дизайн коробочки, да, то есть вот такое все и вот такое, вот оно леденцовое, фруктовое, все, уже слюновыделение достаточно обильное, теперь нам хочется посмотреть, что же там внутри, какой флакон, и вот такой изящный флакон, вот с такой красивой розовой водичкой, четко грань крышки, классики черного квадрата, почти Малевича, да, я бы вот так вот даже сказала. И, конечно же, мне нужно, да, я его уже знаю, но мне нужно открыть вот эту тайну аромата, мне нужно шагнуть, нужно понять. Я рождаю облако и захожу в это облако и понимаю, что необыкновенная аура фруктов вокруг меня тут же создалась, и буквально через 2 минуты я уже буду чувствовать верхние ноты малины, груши, граната. Вы знаете, даже раньше вот они уже начинают проявляться, и сердце, конечно, стабильность, цветок абрикоса, дурман и флёр д'оранж. Вот такое необыкновенное сочетание всего такого приятного-приятного, буйства вот этого приятного. Вы представляете, какой нужно создать образ, чтобы вот до конца окутаться в этом аромате и сделать его последним штрихом. Это необыкновенно красиво. Итак, еще раз хочу напомнить вам о том, что это полностью фруктовые ноты, и они появляются в композиции лимитированных праздничных ароматов. То есть мы сейчас в тренде. Хочу прям четко красной, вот такой вот четкой линией провести о том, что, ребята, сейчас это очень-очень, это безумно модно. Вот именно это сочетание фруктовых нот, мы с вами снова в тренде. Понимаете, вот, ну вот создатели опять в точку прям, понимаете, вот сочетали так сочетали. А что еще? Аромат для, конечно же, кого? Кого? Да, вот одна пошла в клуб, и она настолько в себе уверенная. Другие находятся дома, и вот они такие необыкновенные, все фруктовые, и такие все очень сочетаемые, здорово. А здесь можно сказать о том, что это, в общем, дама такая, знаете, она безумно очаровательная. Вот безумно очаровательная. Самое главное, чтобы вся эта вечеринка, все это празднество было в хорошем настроении. И вот настолько, насколько оно у вас хорошее,
наработайте его. Знаете, мы сейчас начинаем снимать статистику и задавать вопросы. Мимо вот тут ходим по офису, рядом с офисом. Я часто задаю у своих знакомых, друзей вопросы у коллег по работе. Ребят, ну как вот у вас настроение? Насколько вот вы готовы уже к пониманию того, что буквально через 4 недели случится Новый год, и что мы что-то нового, каких-то чудес будем ожидать? Но это опять-таки я говорю свои какие-то ощущения, да, вот настолько, насколько я готова к этой встрече, к этому самому любимому празднику. А в ответ вы можете услышать совсем другое. Люди устают под конец года. Ой, да я даже не знаю, я не думала. Возможно, с кем встречать и где. Все это решится за последние 2-3 дня. А вот, вопросы-то разные могут быть. Поэтому не зря я стала говорить о том, что создайте сами себе настроение, создайте сами себе вот то самое очарование, с помощью которого вы бы смогли как магнит притянуть к себе тех людей, которые не то что согласились, они безумно бы захотели с вами встретить вот этот самый-самый любимый, самый желанный праздник, Новый год. Поэтому мало того, что вы будете таким хорошим, приятным магнитом, вы еще и, возможно, окажетесь в центре внимания, потому что люди позитивные, люди интересные, они интересны всем. Поэтому я нам с вами вот уже с первой нашей новинки говорю о том, что будьте вот такими магнитиками, будьте притягательными, будете очаровательными, будете интересными людьми, и это, наверное, самое важное в нашей жизни. Потому что такие люди очень интересны, к таким людям тянут. Да? Ну что сидеть, скучать. Вот, поэтому я вам всем желаю приобрести этот замечательный аромат VIP Only и зачаровывать так, как делает в нашей ноте сердца дурман. Дурман-трава. Издревле известная травка, которая использовалась не только в лекарственных целях, но и в разных приворотах, заворотах. Да, поэтому вот именно такой очаровашкой вы будете завораживать своим последним штрихом нашим замечательной новинкой VIP Only. Я вам этого с огромным желанием этого желаю. Что же нас ждет с вами еще? Вообще у нас очень интересный 17-й каталог. Мне он нравится, почему? Потому что он очень-очень предновогодний. Мне нравится не меньше 16-й каталог. Есть о чем говорить, как я говорю, есть что подарить, есть что выбрать в конце концов. Но вот те предложения, которые у нас есть, я вот читаю, да, перед вами прям у меня каталог, я не расстаюсь с нашим любимым и важным для нас, для всех инструментов. Во-первых, дизайн очень интересный, во-вторых, очень интересные предложения, которые мы можем использовать для любого клиента. Правильно предложить и правильно сказать слово, да, и выбрать по потребностям того подарка, который может быть, знаете, может оказаться совсем банальным, а может казаться очень дорогим и долгожданным. И, наконец-то же, человек этот подарок сможет получить именно под Новый год. Итак, можно получить бестселлера со скидкой до 50% при выполнении специальных условий. И мы очень хорошо эти условия с вами уже выполнили, хорошо с ними и здорово познакомились, уже предположили, что можно приобрести, что можно порекомендовать нашему клиенту. И, наверное, для себя уже сделали выводы, какому клиенту мы это будем предлагать. Да? Например, мы сейчас с вами смотрим на вот такие замечательные, я бы сказала, даже очень волшебные и энергичные предложения. Вот сейчас я немножечко правнее сяду, чтобы не смотреть слайд. Угу. Итак, мы говорим о преимуществе продуктов, которые мы создали для вас. Это, конечно же, витаминные комплексы. Причем мы предлагаем комплекс как для мужчин, так и для женщин со скидкой 50%. Да, это очень здорово. Что нужно для этого сделать, чтобы получить вот такую скидку? Нужно разместить единовременный заказ на 500 рублей в каталоге, причем как 17-м, так и 1-м, и получить возможность приобрести комплекс мультивитаминно-минеральный для мужчин и женщин в каталоге номер 1 со скидкой 55%. Я думаю, что это очень здорово. Нам главное и самое важное об этом просто людям сказать. А также мы предлагаем выполнение условий акции. 500 плюс 500 рублей дает право на приобретение в каталоге одного продукта с этого разворота по специальной цене. А я хочу вас направить, что мы здесь видим не только
красоту изнутри, про витамины, которые я вам сейчас говорила, да, и почему нужно акцентрировать внимание на витаминах? Почему? Потому что, ну, скажем так, очень просто и очень понятно, что в нашей жизни из тех продуктов, которые мы кушаем, или по какой-то причине решили отказаться от них, нужное количество тех самых витаминов и минералов нам просто с вами не хватает. Тогда вопрос, где найти источник, где восполнить тот недостаток витаминов и минералов, а тут компания Reflame в категории Wellness прекрасно решает эту проблему. И как подарок, и как презентация. А здесь, знаете, сейчас скажу еще. Очень много разных вариантов я пересмотрела на предмет, как устроить праздничную вечеринку и как организовать, и как заметить каждого участника вашей вечеринки. Да? Пусть это будет просто банально, вы собрались с семьей. Обратите внимание, что подойдите к празднеству с индивидуальным характером. Кому-то грамоту наградите, грамоты наградите, кому-то там что-то. Кстати, очень хороший вариант в приобретении вот этих вот витаминно-минеральных комплексов. Эту идею, пожалуйста, продвигайте. И в этом случае продажи будут у вас очень хорошие. Да? То есть вот ты такой очень у нас спортивный, активный. Тебе комплекс минерально-витаминного там, направления. А ты у нас спортсмен, тебе очень нужно минералы, витамины. Ты у нас ученик, ты у нас там заканчиваешь, будешь сейчас сдавать сессию. Да? Молодежи у нас повезло в университетах, которые... Это тоже очень хороший подарок. Видите, какие идейки интересные. Итак, мы сейчас проговорили про красоту изнутри, а теперь красота снаружи. Естественно, состояние кожи нужно, скажем так, на длительный эффект, то есть тут накопительный эффект, и мы не можем сразу, понимая, что открыли баночку с кремом, нанесли, и все там подтянулось, разгладилось, шелушение у нас, скажем так, незаметно стало и так далее, и так далее. Для этого есть у нас тональные основы. И причина, скажем так, неровного цвета кожи на лице, там, как усталость, да, бледность, ну, разные причины, по какой, какая ситуация повлияла на вот то, что я перечислила. Поэтому здесь мы можем смело предложить и как индивидуально рассмотреть подарок вот именно этому человечку, это тональная основа, например, моей маме. Да, вот я сделаю подарок очень, во-первых, очень быстрая покупка, а во-вторых, правильная покупка, в-третьих, еще и с такой замечательной скидкой, да, и ту выгоду, которую я приобретаю с этого подарка, это ровный цвет кожи, идеально ровный цвет кожи, хорошее увлажнение. Это прекрасно. Вот она красота у нас снаружи, да, то есть, а если вы подарите и комплекс минералов, витаминов, и тональную основу, посмотрите, какое идеальное сочетание. То есть здорово, с учетом наших внимательных таких акций и акций, которые обращают на себя внимание, они очень хорошо представлены в нашем каталоге, вы видите разворот этой страницы, да, я думаю, что это будет очень замечательно, просто замечательно. Ну и, конечно, как интерес, можете положить сюда, например, апельсин или лимон, да, для того, для сказать, что вот тут витамин С, сколько тебе нужно съесть лимонов или там, допустим, апельсинов, а вот тут все в одной баночке. Ну вот, подыграть как бы, да, и даже это в виде грамоты, как я сказала, или сертификата представить, будет очень интересно, прям целую презентацию проведете. Давайте быстро прям пробежимся немножечко, я подготовила вам о комплексе, немножечко прям расскажу, да, вы видите и коды, кто забыл, но в принципе у нас есть каталоги и wellness каталоги, и руководство по продукции wellness, там тоже коды указаны, но тем не менее. А мы говорим о известных ученых. Если вы хотите, вот, кстати, сертифицировать и подарить как сертификат или грамоту, и вы начинаете. Разработаны известными учеными наши замечательные продукты Wellness. Мы их в соответствии рекомендуем. А мы говорим о том, с какой индивидуальной особенностью разработаны наши мультивитаминные комплексы. Да? Для мужчин немножечко он собран по-другому, в отличие от женщин и так далее. Да? Тут вот обратите внимание, для мужчин имеет повышенное содержание магния, селена и цинка, а для женщин, например, акцент мы на кальций и железо. Ну, вот по потребностям женского и мужского организма. Обязательно вы говорите про эффективность клинически доказанных наших безопасных исследований. Говорите, где произведены, да, то есть вот это очень важно.
То есть вот такой сертификат и такой подарок, например, одному или другому участнику вашего праздника. А дальше вы говорите о антивозрастной тональной основе направления Джордани Голд, раздела, правильно сказать, нашей декоративной косметики. Мы говорим о направлении цветов. Здесь тоже можно, что в нашем в сочетании буйства красок, естества, скажем, да, что мы бываем с вами разные. И вот такой идеальный вариант оттенков, от темного к светлому, от светлого к темному. При нанесении очень мягкая сливочная текстура. Дополнительный уход, кстати, вы можете еще и через мастер-класс это провести. Смотрите, не только внутренние домашние какие-то вечеринки проводить, вы можете это проводить еще и в кругу своей структуры, еще и пригласить гостей на это мероприятие. Оно же превратится у вас в поздравительно, наверное, обучаемо праздничное, вот даже вот так. Я думаю, что это будет очень интересно, и если я помогаю своим идеям, здорово, что я была полезна вам, да? Сделайте прям мастер-класс, нанесите это показательно, наполовину овала лица нанесите тональную основу, а наполовину нет. Закончите макияж или добавьте там небольшие штрихи, тушь и, например, помаду на губы, но это будет просто замечательно. Вот, шоу, ну, люди хотят шоу, поэтому вот это будет очень здорово. Или, например, кто быстрее сделает, сделайте конкурс, кто быстрее сделает макияж, ну, что угодно, расскажите про свои, расскажите свои истории, может быть, кто-то пробовал, может, кто-то знает продукцию Вэлла, это как угодно. Вот, собственно говоря, и на автомате наши еще и продажи, и идеи. Ну, теперь немножечко в такое, знаете, блаженство, уют, тепло, празднество, кто любит... Это такое, что ты, знаете, уехать потом после встречи Нового года и первые свои дни провести на даче, на природе. И здесь компания Арифлейм тоже, она с вами позаботилась и предложила уютные, теплые аксессуары. Ну и давайте будем встречать наши зимние вечера, а для кого-то это будут не вечера, вот с таким уютным, семейным, конечно же, пледом. И здесь тоже у нас условия на пледы. На пледы, как будто их куча, да, пледов. Давайте посмотрим наши условия, какие мы предлагаем. А здесь вот целые зарисовки в нашем каталоге, мне очень нравятся. Стоят тапочка, свечка с подсвечником, да, декоративные варианты. Кстати, можно очень хороший подарок собрать прям не только плед предложить, но и обратить внимание, что, в принципе, вот эти дополнительные аксессуары, они не так дорого стоят, и, возможно, очень и очень пригодятся, да, то есть я говорю про 18-ю и 19-ю страничку, и вот сейчас я вам демонстрирую ее, да, угу. Ну и наши условия, 16-я, 17-я страница, они нас прям с этой странички говорят, а вот переворачивайте, ты окунешься, собственно говоря, в условия. Итак, плед всего за 499 рублей, это 60% скидка при единовременном заказе на сумму 1290 рублей, из каталога номер 17. Пожалуйста, обратите внимание, он очень теплый, он очень воздушный, он имеет две стороны, он абсолютно чистейший белоснежный. Первая сторона у него более гладкая, вторая прям такая толстенькая, прям такая вот махровенькая, необыкновенно такая вот, он и красивый, и уютный, и меховой. Вот так вот я бы даже сказала. Поэтому с удовольствием вся семья будет у вас довольна, рада, даже если вы приобретете один для семьи, а уж если вы приобретете два и застелите свои кресла-качалки, или, например, ну я не знаю, просто как ковер его бросите и всей семьей, как мы вот вам в каталоге продемонстрировали, это будет здорово, очень-очень по-семейному. Итак, ваш замечательный аксессуар, ваш плед станет самым, возможно, таком вот таким, таким уютным и универсальным, как мы вам пишем, подарком, который понравится любому человеку, неважно, мужчина вы или женщина, ребенок или взрослый человек. Самое главное, что это будет действительно уютно. Предложили мы вам в праздничной упаковке, перевязали вот таким вам золотым бантиком, предложили карточку, если вы видите внутри бантика, вы можете подписать даже свои желания. Вот, поэтому, пожалуйста, мы вам рекомендуем, сделайте тепло, уют и приятное, передайте свое такое мягкое, очень любимое, теплое отношение к друзьям, близким, родственникам.
Следующее, что нам предлагает 17-й каталог, это серии средств ухода за лицом. Ну а как же без лица? Правильные серии, я бы сказала, антивозрастное направление, которое обеспечит нам интенсивный и очень-очень роскошный уход, и называется эта серия «Королевский бархат». И очень интересное рядом с этой серией предложений, которые мы сейчас с вами рассмотрим, я думаю, что они нам очень-очень понравятся. Обратите внимание, что это все для нас, для вас, любимых, что это уход за кожей, что это очень важно. Важно с точки зрения выглядеть, важно с точки зрения чувствовать себя дорого, чувствовать себя качественно. Поэтому, пожалуйста, вот эту важность эту, пожалуйста, пронесите, подчеркните, передайте ее своим окружающим, своим близким и тем людям, которым вы хотите передать это качество от компании «Орифлейм». С разворота каталога странички 112 и 113 мы видим с вами, что она предлагает нам очень хорошие скидки на власть над временем, time reversal, да, время вспять. Я вот три вариации вам назвала, пожалуйста, предложите для себя самое то, что важное, что вы выберете, да, и здесь мы вам предлагаем сыворотку и уход, это момент универсальный дневной и ночной и регенерирующий дневной крем, пожалуйста, на выбор по очень достойной цене. Вместе с этим мы предлагаем наши уже немало любимые продукты из Даймонда, мицеллярное очищение и ночной восстанавливающий клеточный крем. Ну, а больше всего хочу рассказать, конечно, про самый шикарный разворот, где мы поддерживаем тонус кожи со скидкой всего лишь 40%, почему-то хочется сказать 100%, ай, прям в подарок, да? Это роскошный уход, который основное действие имеет на упругость и, собственно, вот основное свойство – это упругость кожи, эластичность, упругость кожи. А чем богат этот замечательный продукт, эта серия, правильно будем говорить, да? Богат у нас эликсиром черного ириса. Это очень богатая формула флавоноидами, которая по своим свойствам укрепляет структуру контура овала лица, при всем при этом очень активно увлажняет ее, и, собственно, на фоне этого мы имеем максимальный уход, да, такой некий эффект лифтинга, важный очень для нас. А давайте более подробно поговорим, для кого этот уход серии королевского бархата. Мы говорим, что лицо – это очень важно для нас с вами, да, и, конечно же, та база, тот багаж профессионализма и наших формул, да, это уже более 45 лет, мы предлагаем уникальные формулы во всем мире для поддержания красоты и молодости кожи лица. Естественно, королевский бархат, он имеет уникальный состав, и эта серия была очень давным-давно известна, ей уже очень много лет, она очень знаменитая, и ею пользуются и знают ее очень-очень многие, и на сегодняшний день она стала очень универсальной. Почему? Потому что она не имеет типа кожи, да, то есть для какого типа кожи она универсальная. И самое основное, конечно же, как я уже ранее говорила, мы говорим здесь про эликсир черного ириса, что дает возможность при использовании данной формулы остановить признаки старения, причем уже не первые. Да, если мы говорим, что первые признаки у нас шагают с возраста 25 лет, а мы понимаем, что мы здесь в возрасте уже 40+, да, и мы здесь очень хорошо организовали это с разворота, то есть вы открываете страничку, и вы уже понимаете, что в верхнем правом, для вас левом углу, а мы пишем комментарий такой, да, мы указываем возрастную категорию, мы пишем, что это универсальная серия для всех типов кожи, и основное ее действие. То есть самое главное, мы, как я уже сказала, останавливаем признаки, замедляем процессы старения. Вот это вот важно, да. И, естественно, идет прямая борьба над теми
тем внешним видом, который мы имеем, да, а вместе с этим еще и боремся с действием свободных радикалов, что в совокупности дает нам замедление процесса старения. Это комплексный уход, и мы говорим о том, что это для нас уже не какое-то новшество, да, мы не открываемся как какой-то секрет, а вот сейчас я вам расскажу про комплексный уход. Мы очень хорошо знаем, сейчас многие из нас пользуются такой техникой, как сессия, сессия продуктовая, сессия по уходу за кожей лица, да, это наш Novage, это наш Ultimate Lift, а перед этим в том году мы очень хорошо говорили про серию Экологен, поэтому нам комплексный уход очень понятен, очень важен, почему? Потому что на результат, наша цель это результат, конечный результат, который мы заявляем. И, конечно же, важно использовать, если мы говорим о комплексе, то именно поэтапное правильное использование данной серии приведет нас к тому результату, который бы мы хотели. Вот здесь на слайде вы видите наш четырехэтапный уход, ничего сложного здесь нет. Базу очищения у нас входит два продукта, это очищающее молочко и тоник. Далее у нас идет уход за кожей вокруг глаз, малыш представлен у нас сейчас на слайде. Далее мы используем, дальше мы используем концентрированный продукт, это сыворотки, это капсулы, которые также представлены в комплексе королевского бархата. И завершающий момент, это основной уход, либо дневной, либо ночной, да, крем, потому что активаторы используются и в первом, и в другом случае. А формула сама по себе богата витамином С, это природный антиоксидант, собственно, который и является борцом таким сильным от действия свободных радикалов. Да. Здесь же в комплексе представлена еще гиалуроновая кислота. Вы знаете, что это мощный увлажнитель и действие гиалуроновой кислоты со временем, то есть в нашем организме, в клетках, действие это есть. Есть очень хорошее, до 25 лет, просто замечательное, можно сказать. И с каждым годом гиалуроновой кислоты вырабатывается организмом все меньше и меньше, поэтому вынуждены мы пользоваться специальными средствами. И очень хорошо, что именно эта гиалуроновая кислота используется в наших формулах, которая и устраняет вот это неприятное состояние сухости, стянутости, да, как я говорю, при улыбке, при разговоре вы начинаете чувствовать кожу на лице, это неправильно, это, да, то есть здесь нужно принимать какое-то решение. И решение мы предлагаем вместе с линейкой наших средств нашей компании. Да, то есть, пожалуйста, предлагай, действуй и решай, и понимай, как это комфортно, да, себя ощущать. Ну и, конечно же, наш экстракт ириса, плюс мы здесь предлагаем еще и красных морских водорослей, которые оказывают такое противоотечное действие, подтягивающее, то есть дополнительный эффект лифтинга мы предлагаем. Вот такая богатая формула, и я хочу сказать, что тут замечательные скидки, прям вот, ну, 40% это очень здорово. Сейчас я прям вот смотрю в каталог и говорю о том, что да, вот что мне нужно по моей проблеме, да, восстанавливает ту полость кожи вокруг глаз, здорово, подтягивает и укрепляет кожу, это то, что мне важно и необходимо с учетом моих возрастных изменений и с учетом того, что в конце-то концов уже зима, да, то есть здесь увлажняющий комплекс, и питательный комплекс, и антиоксидантный комплекс, да еще и очень мощная и замечательная борьба с старение, да, процесс старения замедляет эта серия. Вот такой замечательный комплекс, я предлагаю вам его приобрести как для себя, для подарка, так и для своих знакомых, и просто-напросто о нем говорить и рекомендовать. Я думаю, что каждая дама для себя сделает определенного характера выводы, и я думаю, что особо уговаривать вам не нужно. Скажите важность этой формулы, по ее действиям, вот, собственно говоря, и все. Продать, вкусно нужно продать, но так, чтобы никто этого не понял, да? Дальше, здорово, мы укрылись теплым пледом, мы ухаживаем за собой, у нас нет морщинок, у нас все четкие контуры, линия овала лица. Ну, да, и мы прекрасны внутри, потому что мы комплекс витаминов с вами пропили, даже если не пропили, мы их купили, вот они стоят,
у меня четко поставленная цель, значит, все со мной будет замечательно. Да? Помните, я вам говорила, правильный настрой. Настроение взяли из кармана, вытащили, все замечательно. Настроение на месте, продукты нужные рядом со мной, цель поставлена и ждем результата. Но для завершения вот этого яркого праздничного образа что-то мне не хватает. Вроде тональная основа на мне, вроде все замечательно. Ну и здесь компания Арифлейм, опять же таки, со своим замечательным комплексом, со своим замечательным комплексом уже декоративного направления. Да так-то все подобрали, да универсальные тени подобрали, да хайлайтер включили, розовый нежный румянец. А вот мой завершающий образ. И давайте посмотрим, что для нас приготовили. А это палитра. Палитра богатейшая, пленительная, волнующая. И я ее открываю. Да, бархатный, золотой коробочки. Из коробочки в бархатном мешочке. Из бархатного мешочка золотая уже сама палитра. И вот, вот оно счастье. Вот сейчас я делаю то волшебство. И буду сиять, и буду самое-самое обаятельное и привлекательное. Вот именно с этим настроением мы с вами подходим к кульминации, скажем, своего образа, и будем наслаждаться этим замечательным процессом. Итак, еще раз хочу повторить, что в себя включает палитра. Включает она в себя 4 оттенка теней, очень сдержанных оттенков, направление этих оттенков. Очень элегантно, очень нежно, гамма такая универсальная, поэтому вопрос сразу отпадает, кому, для чего и почему. Универсальная, берем, дарим для всех и для себя любимой, не забыть. Дальше у нас с вами есть два блеска для губ. Их можно использовать как самостоятельно, собственно говоря, обычно мы и к этому варианту и склонны, а можно создать макияж в технике амбре. Об этом чуть-чуть попозже. Я надеюсь, что это будет для вас неким сюрпризом таким. Ну, по крайней мере, я старалась. Если оцените, спасибо большое заранее. Следующее, о чем я вам говорила, это хайлайтер. Хайлайтер – это очень интересный продукт, который помогает показать наши достоинства и акцентовать лицо, и сделать его более праздничным, открытым. И можно нанести надбровь, подбровь, немножечко, если есть хорошая спинка носа на спинку носа показать, да, межбровей немножечко нанести, определить галочку верхней губы, немножечко вынести на центр подбородка, тем самым отцентровать лицо, да, немножечко вынести вот от крылышка носа вот на лицо вот перед яблочками щечек, да, вот, вот подобрать личико. Очень будет красиво. Можно нанести на зону декольте, но не очень откровенно, чтобы вот прям не мерцать вот этим, не быть роботом Вертером. Вот давайте такая смешинка у меня. Да, немножечко определить, если голое плечо и предплечье, эту зону чуть-чуть вот хорошо растушевать. Немножечко нанести на тыльную сторону ладошки, вот сюда. И вы будете прям очаровашка-очаровашка. Ну и румяна также универсального цвета вместе с комплектом, конечно же, кисточек. Кисточка для румяна, она минимизированная, сами понимаете, небольшая наша палитра. И для растушевки и нанесения теней аппликаторы. Вот. Мы понимаем, да, что мы будем рекомендовать, как я уже заранее вам сказала, что в ней нет тонального цвета, в ней нет корректоров. То есть тут цвета декорация такая идет. Нет, естественно, туши. То есть есть такие большие палетки, профессиональные, да, то есть там все и одноразовое, там всякие приспособления, а у нас вот такая для себя любимая и самая ценная, самая богатая только в этой палетке, да. Поэтому, если мы говорим про рекомендации, конечно, мы будем рекомендовать ту тональную основу Giordani Gold, например, которую мы уже с вами говорили по очень интересной, забавной цене, да. Мы будем говорить про тушь, можно ее найти также в нашем 17-м каталоге с эффектом мерцания, можно найти иду с опережением графики. В общем, к этой замечательной, к этому замечательному набору декоративной косметики можем еще и порекомендовать дополнительное важное, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим с вами. Хорошо? Прям хочется рассказать побольше всего. С помощью продуктов, конечно же, нашего стайлинга, он у нас еще и эксперт стайлинг, да, наша укладка будет безупречной на всю ночь. Но я попыталась продемонстрировать вам, вот здесь у меня основа мусс, дальше у меня
небольшой начес нашим гребнем. И завершение образа – это лак для волос. Я зафиксировала вот здесь челку с правой стороны и немножечко кончики муссом обработала, да, вместе с водичкой, чтобы получить вот такие замечательные кудряшечки, да, вот их, наверное, чуть-чуть вам видно. Вот я уже готова, жалко, что не 31-я, вот, ну, вот как старалась. Палеточка у меня здесь, яркая губная помада со скидкой Jordan Gold и настоящий эффект нашей туши. Давайте будем смотреть, что же могут наши стайлинги и по какой цене они нам достанутся. В 17-м каталоге суперстойкость на 24 часа, всего лишь 50. Не всего лишь, а для нас с вами вот по таким вот по 220 рублей, да, с 55% скидкой, я думаю, очень здорово. А выбирайте, делайте свои замечательные прически. Вот все, что вы видите сейчас на развороте данной страницы, все здесь на моих глазах. И я знаю, да я больше сказать уверена, что я прохожу с этой прической, я еще и домой с ней приеду. Хотя у нас дождь. В Москве дождь, я не знаю, как у вас там, но я приеду домой еще более кудрявая, потому что когда дождь, у меня волосы еще больше начинают в локоны превращаться. Вот, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь такой уникальной возможностью, приобретите оба два продукта и, может быть, даже организуйте покупку. Да, то есть я здесь уже не говорю про организацию подарка под елочку. Почему? Потому что эти инструменты, скажем, для образа понадобятся нам с вами гораздо раньше. Вот, поэтому предложите нашим клиентам сделать гораздо раннюю продуманную такую покупку. Ну, а если подарок, да, еще и как подарок. Да, это будет здорово. Пользуйтесь случаем, скажем так. Итак, если мы говорим про наши стайлинги, мы предлагаем здесь лак для волос и предлагаем мусс. А мусс очень такой банальный продукт, это пенка, при встряхивании своего баллона получает пенообразование, при нажатии на попу нужное количество средства выходит. Иногда выходит и ненужное количество, но долго не держите, сделайте одно отрывистое нажатие. И оба средства, сейчас я буду хвастаться формулой, конечно же, оба средства содержат у нас замечательный состав. В первую очередь это кератин и провитамин В5. Таким образом, они не только стайлингом обладают, да, хорошо фиксируют, но еще и ухаживают. И вот этот момент, пожалуйста, не забывайте в предложениях своих. Да, то есть, да, лак для волос там от чего-то, от кого-то они могут говорить. Самое главное, знаете, хорошо наш продукт. Вот каким свойством обладают вот эти замечательные продукты, это понятно, а плюс еще вот такая уникальная и формула ухаживающая. То есть компания Oriflame у нас с вами, как у компании Oriflame, таковыми мы являемся, да, у нас на первом плане стоит не просто результат, а длительный результат и качественный результат. Мы еще и имеем важную цель для себя, это ухаживающий эффект. Неважно, какой продукт вы берете от компании, начиная от средств по уходу за кожей лица и заканчивая декоративной косметикой, сюда же мы и стайлинг, продукты стайлинга подключаем. Да? Конечно же, здесь нужно сказать о силе фиксации. Мы говорим здесь о бережном уходе и степени фиксации 4. Мы говорим про использование, мы наносим на чистые, хотите сухие или влажные волосы, но в идеальном варианте, например, для меня, я это поняла, если брать мусс, продукт достаточно известный и не год прям известный, а уже многие годы. Поэтому, конечно, хорошо на влажные волосы использовать. И когда вы сушите, там можно просто ручкой непринужденно вот так вот локоны разбросать. Обязательно, не обязательно это делать под фином. Да, они в спокойствии у вас высыхают, и эффект такой очень, ну, как бы такой молодежной укладки, как это у многих называют. Да, и в конце концов, все, что мы натворили, все проявление нашего творчества, активного нужно зафиксировать, а здесь мы предлагаем еще все это просто-напросто закончить с помощью нашего лака. Сочетание мусса и лака, да, нам обеспечит вот эту стойкость прически. Вот, то есть очень тоже все очень просто, рекомендуйте, как правило, народ, для народа это очень известные продукты, но для тех, кто не знает, как, с какой стороны подойти к своему волосу, да, с какой стороны вообще в голове там, докоснуться до нее там, с какой-то боязнью они. Говорите, что здесь хороший ухаживающий комплекс, эффективный комплекс.
А здесь еще и вот актуальный момент новогодней прически. Давайте будем учиться. Уже пора. Пора учиться, да? Ну и, как я вам обещала, это наша новиночка, это наш такой замечательный объемный гид. Сейчас буду хвастаться, буду рассказывать про нашу новиночку, про нашу тушь. Здесь очень интересно, почему? Потому что мы используем формулу на основе масла оливы. Давайте вспомним, Love Nature у нас вышла целая серия, ее можно использовать как зимнюю серию по уходу за кожей. Да? Что у нас там есть? Мягкое молочко прям вот в тубе, как в тюбике. Давайте так уже прям будем называть вещи своими именами. В тюбике у нас молочко, как крем, прям выдавливается, используется на ватный диск. Если так не принимаем, значит, просто-напросто увлажним либо диск, либо губочку, да, и используем очищение. А дальше у нас идет универсальный продукт, такой как крем, и универсальный продукт, такой так, как кондиционер, бальзам для губ. То есть мягкое направление, правильный бережный уход через масло оливы, мощное антиоксидантное направление, мощное питательное, мощное увлажняющее. Знаете, вот можно говорить, говорить и говорить. Оливковое масло вы все хорошо знаете, вы все понимаете его качество, вы все умеете и любите, я думаю, готовить, а какие салаты вкусные, а какая польза для организма в целом. Поэтому welcome, оливу мы будем использовать на сегодняшний день еще и в нашем бестселлере, таком как тушь. Итак, за счет, что же получается в формуле нашей замечательной новоиспеченной туши 5 в 1, хочу заметить, обратите внимание, это тыльная сторона каталога, которую мы еще умеем правильно называем дверь, да, с разных сторон подходит к каталогу, кто-то с лицевой стороны, а кто-то вот с такой стороны, и вот у нас как бы некая такая двойная красочная яркая обложка, которая говорит про новые продукты, да еще и, на мой взгляд, умопомрачительные скидки. И очень интересные предложения. Причем выпуск ее будет ограничен. Пожалуйста, вот здесь вот читайте, да, письма мелким почерком. Шутка, конечно, но когда пишем мелко, это очень важно. Не только мы пишем, да. Ну, и вернусь к нашему маслу, масло оливы, да. Его действие – это сглаживает поверхность каждой реснички. Вот каждая ресничка будет у вас прокрашена, причем приобретается правильный и объем, правильный вид и удлинение. Да, мы говорим, что 5 в 1 – это наш бестселлер, который обладает еще и лифтинговым эффектом и поднимает реснички, прокрашивая ее одну за одной равномерно, правильно, без всяких погрешностей. За счет содержания восков, а воски у нас природные, ну и давайте перечислим такие, как пчелиный, подсолнечный, мы используем... Здесь мы получаем с вами очень хорошее удлинение и объем, вот эти природные, такие тягучие, правильные воски. А дальше сочетание масла оливки и восков выстраивается, реснички у нас прокрашиваются очень равномерно, как я говорю, обволакиваются нужным объемом, причем прокрашиваются от корней до кончиков ресниц, и еще дополнительно предлагают... Да, еще в состав входит такой воск, как карнаутский. Вы его знаете очень тоже хорошо. Почему? Потому что компания Oriflame в сочетании восков в производстве своих тушей очень часто использует вот именно этот растительный природный воск. Карнаутский, еще раз хочу сказать. Да? И действие этого воска обеспечивает защиту от влаги. Да? То есть, да, мы не пишем, что это водостойкая тушь, но тем не менее... Например, погода, мы все хорошо понимаем, что то дождь, то снег, ну, зима вот такая у нас, да, поэтому здесь как бы проблем нет, так снежок вам в глаз попал, например. Давайте уже будем прям совсем из такого, из жизненного нашего, да. Вот защита от влаги здесь обеспечивает у нас карнаутский воск. Это очень здорово. А вот если говорить про разделение и окрашивание каждой реснички, здесь уже скажем спасибо большое нашей щеточке, которая имеет определенную фигуру и определенного размера щетинки по длине и прокрашивает несколько слоев. А вы знаете, что... рядов ресниц. Знаете, что у нас ресницы растут не в один ряд? Или для кого-то я сейчас что-то новенькое такое, открытие какое-то сделаю. Вот знаете, что у них есть тоже свой цикл, так же, как и волос на голове, собственно говоря. Есть уже такой серьезный, такой мудрый волос, потом есть подросток, и есть совсем младенец, который не имеет даже еще пигмент такой, стадии некого пушка. Вот, собственно говоря, то же самое с нашими ресницами. Если мы за ними правильно ухаживаем,
Это не говорит о том, что мы их не должны красить. Многие, знаете, как наши предки говорят, вот, меньше косметики, лучше сохранишься. Вот сейчас я совсем с этим, я бы сказала, категорически не согласна, по одной простой причине, что вся косметика, она имеет цель еще и ухода. И особенно это свойственно нам, как компании, компания Oriflame, очень прям ставит большие ставки на то, чтобы дополнительно использовать специальные компоненты, специальные витамины, комплексы, которые бы в первую очередь ухаживали, а потом уже отдавали свои цветные пигменты и так далее, и так далее. То есть вот это очень важно. Запомните, что реснички растут у нас несколько рядов, и предварительно используйте перед декоративным направлением кондиционирующий уход за ресничками. Такие продукты у нас ухаживающие есть. Да, то есть, если вы даете какое-то направление декорации, обязательно перед этим давайте еще и ухаживающий эффект. Вот это очень важно. Следующий момент. Насыщенный ультрапигмент. Тушь будет черная, 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 с мелкими блестящими частичками. Для чего мы включили? Ну, я думаю, что здесь очень просто. Мы решили для того, чтобы это было празднично, чтобы взгляд у вас был, помимо того, что он будет выразительный, безусловно, потому что это ресницы прокрашены, и вот этот взмах ресниц, конечно же, ничто так не выражает глаза, как тушь для ресниц, но еще и притягательно. То есть они будут вот прям вот подмигивать, искорки такие будут играться. Вот такие замечательные варианты. Тушь саму не покажу, потому что было у нас мероприятие, и я ее подарила. Так было задумано у нас с вами. Поэтому могу показать только, а вы, собственно говоря, и видели с тыльной стороны. Очень красиво мы показали вот этот настоящий эффект. А туши, которые у нас должен получиться с вами на ресничках. Ну и как я вам с вами обещала, что будет продолжение. Помните предпоследние слайды 16-й презентации нашего вебинара? Я говорила, что у нас продолжение следует, и мы с вами потихонечку будем, по-моему, с первого уже слова вебинара я стала вам говорить, все уже, готовимся. Да, и вот мы продолжаем с вами готовиться, и для вас я предложила очень интересные варианты, как наряжать елку. И посмотрите, сколько разных вариантов. Все от фантазии зависит, от вашего кошелька, от вашего желания, наверное, деньги всегда найдем. Уж если чем-то загорелись какой-то идеей, ой, вынь да положь, всегда сотворим что-нибудь, да? А самое главное, что еще раз я вам рекомендую подойти к этому празднику творчески. Нагуливаем себе настроение. Вот нагуливаем. Хотите встретить вот такой под пальмой, пожалуйста, предложили елку в виде пальмы, это ананасы. Хочу сказать, что символы года под названием обезьянки, они тоже фруктовые, экзотические. Лапки у них из бананов, тельце у них из манго, у кого-то из папайи, у кого-то из манго. Голова у них апельсиновая, вытянутая череп головы, да, вот челюстная часть, это у них срезанные лимоны. Ушки у них срезанные грейпфруты, вставлены вот эти кружки, да, ну вот, собственно, если вы хотите порадовать, и вот так, я бы сказала, даже удивить хозяйку года, welcome, вот такая елка-пальма у вас будет. А есть вариант еще апельсиновая елка, то есть вот вы видите апельсины, да, деревянные палочки, я думаю, что это вот то, что мы предлагают нам палочки в японских ресторанах. Вот ими можно запастись, время у нас еще есть, да, и сделать вот такую вот замечательную цитрусовую такую вот елку. А глаза, я правильно понимаю, что меня спрашивают про обезьян? Если вы про обезьян, я думаю, что это маслины. Глаза у них маслинные, потому что, ну, я не знаю, что... А, черный виноград еще, кстати, да, зачем маслинами? Вот, я думаю, что это черный виноград, ну, маслины как вариант. Еще одна елка, елка может быть из бутылок шампанского собрана, или минеральной воды, зеленые бутылки вы можете сочетать. А что еще? Украшать елку, допустим, если у вас елка искусственная, да, знаете, что нам порекомендовали? Нам порекомендовали обзавестись свежими еловыми веточками и их разложить
на ветках искусственной елки, чтобы запах, естественно, аромат был. Да? Кто-то предлагает ароматизаторы использовать елки. Кстати, продаются ароматизаторы, прям ель называется. И брызгают елочку, на помпу нажимают спрей, и вот как бы елкой пахнет. Но если уж прям вот так вот, мне, например, ближе вариант срезать елочные ветки, поставить либо в вазу, либо действительно разложить их, ну, хотя бы на одну ночь, будет приятный аромат. А потом же вы же включите иллюминацию, елочные огоньки, да, и от тепла веточки будут отдавать тепло, вот этой хвоя будет распространяться и будет вкусно пахнуть. Что они нам еще предлагают? Они нам предлагают украсить елки. Елки украшаем, как вам только заблагорассудится. Единственное, что рекомендуют такие, знаете, комментарии, сделайте какие-то украшения собственными руками. Можете фрукты повесить на елочку, можете конфеты. Ну, мне кажется, вот это прям вот совсем мое детство, когда мама с папой покупали дорогие конфеты, там Мишка, Красная Шапочка, Вечерний Звон, ну какие там были еще разные вкусные конфетки, да, и вот я ленточку, папа делал дырочку, я делала бантики и вешала уже. Вот хотите так. И, конечно же, денежные купюры, я думаю, это очень будет здорово, и вариант такой, как подарочный вариант. Предлагают купюру свернуть и красными бантиками повесить, а предлагают просто, вот как здесь на елочке, вам, наверное, хорошо видно, но купюры разного образца, вот вижу тысячи, внизу пятитысячные, не знаю, сильно рекомендовать не имею права, каждый решит для себя, какие купюры. Вот, кто-то, может быть, десяточки еще зелененькие остались у нас, еще не вышли. Да, золотые, мы же меняемся, десятки у нас на золотые монеты переходят, поэтому смотрите сами, решайте, это только для вас. Я вот просто рекомендации, как можно, как вот, а там уже делайте, как хотите. Еще один момент нам предлагает уже дизайнерский такой салон, предлагает вам встретить необычной прической Новый год, а символ года, наша обезьянка замечательная, она очень здорово все это примет и с удовольствием оценит, и, скажем так, поставит галочку. Ирина, Марина, хорошо встретили. Ой, а Максим какую прическу себе сделал. И самое главное, что прически эти были необычные. Вот что-то то, чего вы не делали никогда. Какой-то завиток. Вот посмотрите на малышку. Вот я вам такую хорошую нашла. Вот такая малышка. Да, обратите внимание, что не только взрослые дамочки должны делать что-то такое необычное. У вас есть детки. Тоже украсьте головы головными уборами, необычными заколками, какой-то локон малышкам навейте, шляпочки рекомендуют. Что-то вот что-то должно быть очень-очень праздничное и очень-очень необычное. И я думаю, что все будет очень замечательно. И как раньше я вам рекомендовала, что подберите, пожалуйста, с индивидуализацией каждый подарок. Кому-то грамоту или сертификат с вручением, кому-то фонд, фотоколлажи. Обязательно это должно сопровождаться конкурсами. Знаете, вот пусть это будет самый простой подарок, я не знаю, ну как вот простой подарок. Для нас, например, вот для Reflamers, нам кажется, что наше смягчающее средство, универсальный наш бочоночек, это самое простое средство, что мы можем там подарить, там универсальное. А знаете, как люди будут довольны, потому что мы-то его знаем, оно, ну как, вот оно есть, и оно хорошо, оно есть. У меня дома есть, сумки есть, в кармане вот сейчас сижу, есть, понимаете? И везде есть, на даче есть, а вот люди, есть люди, которые вообще не знают этот продукт и не знают тем более его свойства. То есть он и не видел и так далее. Вот можно разыграть на конкурсах такие вот интересные вариации подарков, а народ узнает больше о нашей компании, о нашем замечательном продукте. Вот, вот такие рекомендации. Я думаю, что вы это оцените. Ну и что хочу сказать. Опять и снова Новый год. Наша задача. Все поставить в нужные ячейки, обратить внимание, на сколько, что мы успели, сделать планы на будущий год, обратить внимание на своих близких, обратить внимание на людей, которые в ваших структурах, обратить внимание, конечно же, прежде всего на себя, подумать, что случилось, довольны ли вы собой, поработать, да, ну, не сказать, что прям сильно и категорично там ругать или надо безумно себя хвалить, да?
Всегда нужно подойти реально к сложившейся ситуации, но хочу сказать, что за 4 недели, дорогие мои, можно еще много успеть. Поэтому я вам желаю много еще успеть, достойно закрыть 15-й год, с удовольствием войти в 16-й с хорошим настроением, с добрыми мечтами, с добрыми делами. И те мечты, то, что вы как поставить правильные цели по отношению ко многому, я думаю, что в вашей жизни станет все хотя бы чуть-чуть, но полегче. Почему? Потому что все идет от нашей главы, того настроя, какой у нас есть. Вот это самое главное. Я вам желаю здоровья, мирного неба над головой. Самое главное. Веру в себя, веру в компанию, веру в продукт. Вот такой у нас получился с вами вебинар. Всех с наступающим еще раз. И хочу теперь посмотреть на наши вопросы, если таковое случилось, и с удовольствием на них ответить. Так. Давайте будем смотреть. Я пользуюсь дневным и ночным кремом этой серии, эффект потрясающий. Да, действительно, я с вами абсолютно согласна. А возраст, ну вот тут вот по ходу, я не помню просто про какую серию шоу. А, вот тут же вопрос, тут же, да, мы говорили про королевский бархат. Народ отвечал 40+, совершенно верно. Нет, смотрите, 35, в принципе, уже можно по состоянию кожи и с индивидуальным подходом, смотрите, на, скажем так, если есть проблема, мы ее просто решать будем, вот и все. Да, для зимнего хороша. Так, сыворотку можно 2 раза в день, можно 1, можно 2 раза в день, как вам будет, опять же, смотрите, все индивидуально. Если вы не очень довольны своим состоянием кожи, эффектом лифтинга, много микрорельефа, уже нарезаны глубокие морщинки, конечно, чего же мы будем сидеть и ждать? Используйте и под дневной, и под ночной крем. Так, это все про сыворотку у нас. Тушь сильно мерцает. А, это вопрос? Честно могу сказать, что в меру, вот так вот я бы сказала. И там игра, знаете, от чего зависит? От преломления света. Не вот прям вы нанесли, ух, веер таких мерцающих штучек. Нет, то есть преломление света, и вы знаете, вот вы сидите, и оно прямо так вот кое-где так, так непринужденно завораживающе. Очень интересно. Пользуйтесь и расскажите мне тоже. Ваше мнение мне очень интересно. В Воронеже метель. Ой, а у нас дождь и все растаяло. Угу. Извините, мои хорошие, единственное, что не сказала про запись. У нас не было возможности опять записать наш вебинар. Причина такая, что я читаю его одна, и технически это невозможно просто. Следующий момент – это если у нас кто-то, у нас есть очень лидеры такие, знаете, проактивные вообще, прям такие активно-активные, и, как правило, если есть запись, мы в чате это увидим с вами, все это появится как только у меня, я постараюсь через все средства массовой информации, наши, которые я только имею, мы будем добывать. Я думаю, что мы найдем. Да, вот тут пишут еще елки ароматизированные, эфирные масла, совершенно верно. То есть тут как бы проблем нет. Да, лучше запах детства, конечно же. Так. Ну, уже идут поздравления, и я думаю, что вопросов, наверное, уже не будет.
И их нет. Спасибо вам большое, что вы посещаете наши вебинары. Есть еще возможность дополнительная нам с вами пообщаться, поиграться, скажем так, да, полюбиться еще дополнительно. И самое главное, конечно же, обменяться хорошим настроением. Это очень важно на сегодняшний день, я думаю, что для всех. Нет таких людей, которые были бы равнодушны к этому, да. Все-таки праздник такой интересный. Да даже в обычной жизни, да, праздник каждый сам себе может сделать. Это очень важно. Хорошее настроение, позитивный настрой, да какие же все хорошие, да, вот это очень самое главное. Вот, спасибо большое, вот, спасибо за поздравления, спасибо тоже за пожелания всех еще раз с наступающим. Вы у нас большие молодцы, вот, поэтому мы в вас верим, что у вас все получится. От компании у нас очень много ждет вас интересного на следующий год. Мы в этом году уже многое запустили, так что я думаю, что те инструменты, которые мы вам предлагаем, они не останутся без внимания, они только помогут вам в росте, в развитии, да, в привлечении новых наших клиентов, которые тоже разделят с нами любовь и возможности нашей замечательной компании. А я с вами прощаюсь ненадолго. Скоро встретимся. До новых встреч. Пока-пока.